Всем привет, вы на канале Steven Games. Я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X. И перед тем, как начинать, я хотел бы вам сказать, что это не мой аккаунт. Это не мой аккаунт, даже если посмотреть по названию, тут-то все это написано. Мне предоставили этот аккаунт для того, чтобы снять несколько роликов, возможно, даже больше, чем несколько. В общем, это не суть. Я подумал, что на старом аккаунте сейчас приблизительно записывать практически нечего, да и смотреть не на что. Поэтому я решил прокачать какого-то героя по-быстрому, потому что здесь предоставлены только пока что монеты, но в будущем, возможно, у меня появятся на этом аккаунте и гемы каким-нибудь великолепнейшим образом. И я тогда исследую и других персов, потому что уже, блин, игре больше, наверное, полугода. Да, полгода точно есть, уже в скором времени год будет, в апреле месяце. И поэтому надо уже начинать смотреть персов по-настоящему. И я выбрал Кана Головореза. Первым, кто у нас будет, это Кана Головорез. Для него я поставил сборку Рептилию и Солдата. Солдата почему поставил? Потому что у меня был только Солдат, прокачанный до 50 уровня все. Каким образом, тоже я точно сказать не могу, потому что мне на данный момент предоставлено там, по-моему, только... Сколько? Да, три персонажа 50 уровня и два персонажа 3 уровня. В будущем, как я полагаю, будет всего больше, обширней и круче. Поэтому что ж, могу также записать несколько покопинингов. Ну, покопинингов в плане того, чтобы достать кулак силы, посмотреть также на него. Хотя здесь их, возможно, покопинги делать неинтересно, так как это ломанный аккаунт. Мой аккаунт сейчас находится, опять же, у меня, поэтому... Что ж, все очень и очень круто. Теперь можем начинать. Почему я это рассказываю? Да потому что в предыдущей серии по Injustice даже никто не понял. Это вообще не мой аккаунт был. Если вы посмотрели, то вы заметили, наверное, что на английском даже. Какого фига у меня игра была на русском, потом я зачем-то ее переключил на английский. Это даже глупо бы было. Поэтому там только пару человек вроде как догадалось, что это не мой аккаунт. Все остальные подумали, что это мой аккаунт и начали писать. Как? Откуда у тебя 9 миллионов? Откуда у тебя флеш? Откуда то? Откуда это? И, в общем, все такие вот дела. В общем, ладно. Давайте посмотрим на Кана Головореза. Всегда хотел посмотреть, на что он способен. Все-таки это единственный золотой персонаж, который доступен нам за монеты. Все остальные за души. А душ не так уж и много у многих. Поэтому персонаж за монеты, я его прокачал полностью до фула. Прокачал все суперудары до фула. Прокачал поддержку, опять же, до фула. Ну, кроме энергии. Это не так важно. Снаряжение на него не ставил, потому что не будет так интересно смотреть. Плюс у меня нету основного снаряжения. Аккаунт новый, 7 уровня только. Поэтому здесь и снаряжение, только кольцо из кровавой... Кольцо из кого? Я что-то не прочел. Кровавика, это кролика. Кольцо из кролика прочел, блин, думаю, что за фигня, что за бред. Какое кольцо из кролика? В общем, ладно, вот наш первый бой, и это Эрон Блэк, Рептилия, 7 элита 50 уровня, что немаловажно. Скорпион, в общем... Просто жесть, просто бомба. Все бои в этой серии будут просто бомбой, потому что мы играем, наконец-таки, персонажами 7 элиты 50 уровня. У меня 50 уровня, а на моем основном аккаунте только Кенши. И то там, чтобы его прокачать, мне пришлось потратить уйму времени. Просто уйму времени. Давайте посмотрим. Блин, ну Кенш на самом-то деле нехилый перс, ну посмотрите, как он махается. Ну, Эрон Блэк-то, по сути, ну, он тут не прокачанный, поэтому, наверное, Кенш так тут всех, ой, не Кенш, а точнее, а Кано, всех тут лупасит по-быстрому. Потому что вот как только он с Рептилией встретится, наверное, и начнутся первые проблемы. Так, отлично, вот такой вот подкруточкой, наносим урон, и давай добивай. Отлично, вот появилась Рептилия. Помните, у нее есть эта ядовитая эта хрень, которая, она может харкнуться, и все, и у меня потихоньку начнут исчезать куда-то жизни. Поэтому нужно не поддаться этому как-то, не поддаться, да, посмотрим, получится или нет. Бах, отлично, сразу 4000 урона, вот, яда выпустила немного. Выпустил, рептилия точнее. Окей, еще немножко яда добавила, но ничего страшного, пока что у нас все равно больше жизни. И мы почти вытянули этот бой, давай добивай Кано. Вытащил, отлично. По сути, Кано классный персонаж, он быстрый.
Я даже не думал, что он настолько быстрый будет. Блин, надо что-то с телефоном сделать. Просто он у меня сейчас на подзарядке стоит. Поэтому микрофон немножечко вот так вот я сделаю. Думаю, будет удобно и мне, и вам, и всем вокруг. Что ж, отлично. Пока что все не так уж и плохо. Я думал, что будет хуже. Имеется в виду, я буду играть Кану хуже. Сам-то Кану он неплох. Дальше у нас идет Люкан, Скорпион и Эрн Блэк. 50 уровень, 36-й. Окей, хорошо, давайте посмотрим. Я думаю, тоже бой будет не самый-то плохой, мне кажется. Потому что Кано, он... Вот все говорят, что Кано плохой перс, что лучше его не качать, не стоит этого делать. Первоначально я тоже так думал, потом у меня мнение изменилось немного, и я начал думать совсем в другом русле. Сейчас я вот смотрю на Кану и вижу, что это не такой уж и плохой персонаж. Да, только что Люкан немножечко оттырил его, но, блин, я сам виноват, я не успел блок поставить. Если бы я успел это сделать, проблем бы таких не возникло. Отлично, давайте еще раз попробуем нанести урон 97%. Отлично, то, что нужно. Эрн Блэк, здесь Эрн Блэк. Блин, вот с Эрн Блэком проблемы всегда были. Так, отлично. Наносим некий урон. Опять же, добиваем суперударом первого уровня. А в скором времени посмотрим на суперудары второго уровня. Здесь опять же использую первый, потому что жизни маловато. Очень мало осталось, поэтому лучше не рисковать. Хотя, если мы сейчас добьем Люкана, то на Скорпионе можно будет попробовать. Так, ждем пока того момента, как прикончим Люкана. А, вот Скорпион выскочил. Так. Давай, 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 еще раз добивай. Отлично, смотрим. Вот суперудар второго уровня. Тоже, блин, обезбашенный. Просто перш, перш, перш. Перс этот Кано, поэтому, блин, это очень круто. Что ж, добили мы сейчас еще одну троицу. Стойкость восстановлена, энергия тоже. Это, конечно, очень замечательно. Идем дальше. Джонни Кейдж Вип, Люкан Огненный Кулак и Джакс Брикс Тяжелое Вооружение. Кстати, Джонни Кейдж Вип, 7 элита 50 уровня. Приблизительно по силе они как-то равны с Кану. Я не знаю даже, возможно, я ошибаюсь, но мне почему-то кажется, что они равны. Но я не сужу по дэмэджу, который они наносят, и по урону точнее, и по жизням, потому что это бессмысленно. Я смотрю уже на самих, естественно, персонажей, кем легче управлять, кто более проворнее будет и так далее. Поэтому здесь я, наверное, все-таки выберу Кану, чем Джонни Кейджа. А возможно, я Джонни Кейджем просто не играл, поэтому делаю, опять же, поспешные выводы. Просто смотрю, как он сражается, когда им боты управляют, поэтому такие вот дела. Ну что ж, давайте посмотрим суперудар первого уровня. Возможно, если получится, сейчас посмотрим на X-Ray. Я постараюсь накопить его, посмотрим на X-Ray, что же за X-Ray выдает Кано. Дикий этот Кано. А также в конце посмотрим на саму карточку. Это, думаю, тоже будет довольно круто. И в скором времени, если все будет окей, все будет супер, то, может, обзор сделаю на эту Акану. Посмотрим. Пока что я им мало поиграл, поэтому мало что могу о нем сказать вообще. Но, как вы видите, пока все отлично. Я думал, хуже. Блин, забыл точно. Точно. За вот этого Джонни Кейджа Випа мы навряд ли накопим суперудар, но я постараюсь. Просто там у него был накоплен суперудар первого уровня, сейчас он пока что не накопил его, поэтому есть возможность накопить X-Ray. Буду стараться это делать. Так, давай. Отлично. Главное, чтобы у него уменьшение защиты, это ладно, это не так уж и плохо. Я думал, что похуже будет стайблок. Фу, хорошо, отлично. Блин, на мне столько всякого говна сейчас висит, и я горю еще к тому же. Блин, оно истощение делает. Огонь истощает меня, ё-моё. Ах, не смогу я таким образом накопить суперудары, поэтому... Имеется в виду суперудар третьего уровня, поэтому я просто завершаю таким вот образом. Давайте выпустим на этот раз рептилию, потому что, ну, блин, я-то думал, что все получится, а рептилия вообще закосила. Я-то думал, рептилия, вот кто рептилия должна была тащить, а она как-то не особо тащила. Так, давайте сейчас используем суперудар
первого уровня. Что-то я ошибся немножко. Таймблок. О, все, вынесли перса, и мы сливаем, скорее всего, да. Блин, я хотел накопить суперудар третьего уровня. У меня это не получилось сделать только по той причине, что я яро хотел его накопить. Яро. А нужно было еще следить за тем, что персонажи делают истощение и тому подобные вещи. Логично. Окей, хорошо. Сейчас перейдем тогда в 5 поединков. Посмотрим, что у нас творится здесь. Сложная битва, так как 2 боя сыграл. Один, к сожалению, проиграл, но ничего страшного. Это не самое главное, не самое важное здесь, когда мы смотрим именно на самого Кано. А я хочу посмотреть на X-Ray. Вот тупость игры в том, что X-Ray здесь набить очень сложно. Это не Injustice, где приблизительно можно набить суперудар третьего уровня, как и суперудар второго и первого, в общем-то, без разницы. Здесь это очень сложно сделать. Поэтому в этом-то вся и проблема заключается. Ой, тут еще, блин, холодная война, Sonya Blade, и поэтому тоже возникают небольшие проблемки с тем, что у каждого персонажа имеется щит. Так, Кенши, тихо, ну блин, я ж выбрал был солдата. Поздно я выбрал солдата. Попадаются эти истощенцы гребаные, которые не дают мне никаким образом накопить суперудары, поэтому я таким вот образом и сливаю. Ладно. Поздно что-либо делать. Так, давайте тогда делаем так и просто сражаемся дальше, пока Кану нашего не добили, потому что, ну, блин. Сам виноват, сам забывайся о том, что Кенши может делать истощение, Джин Кейдж может сделать истощение. Да тут, блин, каждый второй истощение это может сделать, и поэтому вот это немного огорчает, конечно. Так, ну, скорее всего, сейчас будет суперудар, поэтому, да, естественно. Естественно, и вот видите, Sonya Blade делает истощение. Какой клон тут только истощение это не делает? Блин, я не знаю, честно говоря, против какой команды можно пустить Джонни Кейджа, чтобы ему... Не Джонни Кейджа, а Кану. Возможно, я его Джонни Кейджем называл. Бывает иногда такое. И не первый раз уже, поэтому что сказать. Поэтому, блин, не знаю, что сделать с этим. Не знаю, вот реально не знаю, потому что все персонажи сложные, все делают истощение. Все они очень сложные. Опять вот, блин, как он накопить успел суперудар первого уровня, когда я вообще его не накопил. Пошел вон отсюда. Так, отлично. Давай, вырубили. Вырубили, вынесли. Давай. Отлично, все, остается одна Sonya Blade, которая даже щит еще не сняли. Блин. Так. Ставим вот так вот суперударчик. Молодец, Кано, давай. Отлично. Давай, давай, давай. Рептилия, сколько угодно урона наноси. Ну вот, сейчас неплохо, кстати. Отлично. Ну, просто подушечка для избиения была только что у нас. Это я еще. Что ж, и добиваем. Победа. Победа, но я до сих пор не могу никак посмотреть на этот X-Ray. Мне хочется посмотреть именно на X-Ray, потому что это самая важная часть в Кану, которую хотелось бы увидеть. Потому что X-Ray Кану я вроде ни разу не видел. Хотя могу и ошибаться, но вроде бы ни разу не видел. Вот сейчас, может, получится как-то X-Ray набить. Вроде персонажи не такие сложные. Я не заметил, там Sonya Blade Холодная война была? По-моему, не было. Если была, то... Да, была. Ладно. Окей. Когда будет Sonya Blade, я просто буду Кану убирать и выпускать какого-нибудь другого перса, чтобы он наносил суперударчик. И все, будет все просто супер. Так. Пока что все идет неплохо. Пока не идет неплохо, мы набиваем потихоньку суперудар второго уровня. Уже это сделали. И вот настало время суперудара третьего уровня, который тоже довольно сложно накопить. Блин, очень сложно. Очень-очень сложно. Так, сейчас мы выпускаем вот эту мед. Солдата, снимаем щит солдатам. Ну, потому что легче всего это сделать именно солдатам. Так. Так, так, так. Набиваем опять же. Вот так вот. Так. Опять же набиваем. И убираем, убираем. И здесь вот я выпускаю рептилию, чтобы тоже снял щит. Отлично, как вы видите, щит снят. И ядиком пуляем.
Так, ждем, пока Sonya Blade использует свой удар. Отлично. И дальше набиваем Кану суперудар третьего уровня. X-Ray имеется в виду. Вот поэтому я по большей части X-Ray никогда не пользуюсь, потому что это очень сложно сделать. Очень сложно сделать. Так, практически. Давай. Все, накопил. Блин, ошейник. Ошейник на моем персе, поэтому... Давай. Отлично, все. Смотрим, как Кану. Ох, офигенно. X-Ray суперский, просто супер. Отлично. Вроде я его уже видел. Если честно, то вроде я его уже видел. Да, здесь я, к сожалению, слил из-за того, что только что слили моего перса, но я хотел посмотреть на X-Ray, ребят. Я опять же говорю, это не воины фракции, это не бои, это просто обзор такой небольшой персонажа. Даже не обзор, а просто мы его тестируем. Поэтому тот, кто хотел тут увидеть ящерство, скилл и так далее, до свидания. Так, что ж, отлично, рептилию положили. Блин, давайте посмотрим напоследок. Отлично. Остается два перса, но рептилия навряд ли справится. Рептилия не настолько сильный перс, особенно против двух золотых. Трех золотых даже, точнее, трех золотых. Хотя, возможно, один бронзовый был. Я точно не помню. Но мы посмотрели на все три суперудара третьего уровня. Три суперудара первого, второго, третьего уровня, да. И вроде неплохо, вроде все очень-очень неплохо. Давайте еще раз откроем Кану. Кану Шарм. Это средний урон от 7 до 12 тысяч. Ну, кое-как. 17-26 тысяч и 42-42 тысячи. По сути, минимально-максимально это X-Ray, поэтому 42 тысячи урона наносит X-Ray. Круто, просто круто. Тут уж ничего не скажет. Скажешь, никто ничего не скажет. Головорез Кана стоит меньше других золотых персонажей. Ну, блин, ну не то, что меньше стоит, он вообще, по сути, ничего не стоит. Если все остальные золотые персонажи стоят золотых монет, да, ну еще и Рейден за золото можно приобрести, то все остальные за души, и сравнивать их как-то, блин, бесполезно, мне кажется. Что ж, давайте еще сыграем тогда 1-2 поединка. Так, я нечаянно вышел, воины фракции, заходим назад. Воины фракции, все хорошо, да, бой в сети. И выберем быструю битву. Хочу просто теперь посмотреть на быстроту Кану. Я вроде бы оценил ее в самом начале, и персонаж показал себе просто шикарно. Но, блин, все равно, вот допустим, если суперудар третьего уровня, X-Ray копить просто не накопится. Никогда, наверное, не накопится. Придется просто годы убить на то, чтобы его накопить, и при этом после его использования вас просто сливает. Потому что у кого-то там окажется суперудар там второго уровня, либо что-нибудь в этом роде. Ну, как там с Джаксом Бриксом было. Поэтому, если играть им, то только суперудары первого уровня, даже суперудары второго уровня здесь особо-таки не помогут, да. Не помогут, здесь нужен только суперудар первого уровня, вот именно им здесь просто тащится. Просто тащится любой бой, так как наносит он и немало, и немного урона, но порядочно для того, чтобы перевалить всех. И накапливается он, кстати, довольно быстро, это тоже уточнить стоит, потому что это именно так. Так, отлично, нанесли еще немного урона. Здесь как бы нас пытаются добить, но посмотрите, даже вот сейчас у нашего Кану остается очень мало здоровья вроде бы, но он все равно как бы еще остается на плаву и, блин, без особых проблем победит сейчас Скорпиона, который два раза цепью по нему жахнул. И еще сейчас, мне кажется, Рептилию добьет, если постарается, хотя, к сожалению, нет, не успел. Но так как остается одна рептилия, тут, в принципе, справятся и вот эти вот два самых дебильных персонажа, которые есть в этой игре. Ну, не в этой игре, а на этом аккаунте даже. Почему именно в этой игре? Но мы в любом случае побеждаем. И, в принципе, здесь по большей части больше всего урона нанес, конечно же, именно сам Кану. Что ж, стойкость восстановлена, слоты друзей увеличены на 1. Ну, 10 уровень приобрел на этом аккаунте. Это, конечно, очень круто. Что ж, ну и давайте еще один бой тогда сыграем, чтобы уже заключения какие-то сделать. И попытаемся, вот именно сейчас нам попалась
скилловая команда. Это Кенши, это Соня Блейд, это Скорпион. Соня Блейд со своей пассивкой, Кенши со своей, Скорпион со своей. И поэтому вот вместе это, конечно, будет бомба, просто бомба. Я не знаю, справится ли Кано, но постарается, я надеюсь, хотя бы это сделать каким-то образом. Поэтому что ж, будем ждать, будем ждать. Рекомендую создать учетную запись. Но я создал учетную запись, создал, создал. Сохранил под своим паролем и мылом. Да. Что ж, давайте посмотрим на этот бой. Кенши. Отлично. Так, и вот, вот он, первый удар. Здесь, кстати, помощи, наверное, других игроков тоже понадобится, потому что сливать вот эти вот щиты придется не только одному Кану, потому что если только один Кану будет играть в этой паре, то, блин, скорее всего, он проиграет. А если все будут играть, то особых проблем нет. Так, вот смотрите, выпускаем солдата. Солдат снимает щит Sony Blade, и потом мы дальше выпускаем Кану без особых проблем. Как бы он будет у нас... Ох, вот здесь вот я, конечно, не подрасчитал, потому что думал, что останется Sony Blade. Так, и у нас на данный момент приблизительно с Кенши одинаковое количество жизни. Это просто жесть. Притом, когда еще два целых персонажа практически, это не очень хорошо скажется на победе, если мы вообще победим в такой ситуации. Отлично. Да, вот, опять же попался на эту же уловку, когда пытаюсь нанести урон по Sony Blade, она просто исчезает, ставит за место себя кого-то другого. Так, вот так вот. Выпускаем рептилию и наносим сразу супер удар, потому что я поступлю точно так же, почему бы и нет. Так, ну и Соня здесь ее еще, по сути, полносил. Отлично, вот сейчас она замену не сделала, потому что не на кого заменять, потому что там у Скорпиона еще не был, по-моему, накоплен был супер удар второго уровня, даже если и первого, то не был. А вот сейчас... Ах, ну, блин, вы видели, я нажал на солдата, но, к сожалению, поздно. Очень поздно это сделал. Но я говорил вначале, что это очень скилловая команда. Если такая команда против вас будет играть, то, несомненно, будет очень сложно победить ее. Особенно, когда против тебя три золотых перса, а ты только одним Кано золотым сражаешься. Это очень сложно. Да тут, по сути, любой персонаж. Ну, например, если Кенши поставить тут какого-нибудь золотого, то, конечно, здесь шансов больше будет, чем у Кано. Все-таки Кано, он хоть и хороший перс, но он... Блин. Но он не тот перс, который нужен. Ну и все, и приглушили. Так, ну и здесь я, конечно, ради прикола нанесу супер удар второго уровня солдатам, но здесь уже понятное дело, что проигрыш. Давай, добивай. Вот так вот получилось как-то. В принципе, неплохо. Бой держались, ну и продержались аж 2 минуты. Хотя я думал, что будет все гораздо хуже. Что ж, ну и таким образом мы, можно сказать, сколько сыграли? 20-20. 4 победы. 4 победы, 2 поражения. Ну, еще одно поражение ж было, да? Получается, 3 поражения. В принципе, сыграли все эти 7 битв. За это время мы посмотрели на X-Ray, посмотрели на суперудар второго уровня, а также посмотрели на суперудар первого уровня. Все они получились довольно неплохими. Также мы посмотрели на самого Кана, немного на рептилию солдата, но рептилия солдат здесь это ерунда. Самое главное это Кано, который прокачан на данный момент до 50 уровня 7 элиты. Также у него стойкость, вы видите, здоровье, атаку, лечение, заряд силы. В общем-то, снаряжения на нем не было никакого. С поддержкой, прокачанной до фула, на данный момент он имеет 36 887 здоровья и 21 311 атаки. В общем-то, судите сами, прокачивать вам его или нет. А я скажу одно, что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.